Рядом со мной находится генеральный директор компании BelOpst Наталья Бахтинская. Наталья, расскажите пару слов о вашей компании. Наша компания молодая, ей чуть больше 5 лет. Мы производим фруктовые натуральные наполнители. А в каком регионе вы ваше производство находится? Мы находимся в Беларуси. В Беларуси мы являемся первым и самым лучшим производителем наполнителей. Мы покрываем рынок Беларуси больше 70%. Какие цели вы перед собой ставите на Prod Expo 2020? Цели. Какие цели? Мы хотим найти новых потенциальных клиентов, мы хотим найти новых интересных поставщиков, которые смогут нас удивить, предложить нам новые инновационные компоненты, с которыми мы сможем сделать такие наполнители, которые завоюют рынок России. Надеюсь, вы скоро действительно завоюете рынок России. И заключительный вопрос. Каких успехов удалось достичь на 4-й день проведения выставки? Очень много. Мы нашли наших будущих коллег, с которыми уже достигнуты определенные договоренности. И после выставки наши ключевые менеджеры начнут работать с ними. Поэтому для нас эта выставка была весьма продуктивна. Наталья, спасибо вам огромное. Оставайтесь с нами.